люди сидели, помогали жалеть экраны, фотографировали и снимали видео. Поэтому давайте поблагодарим. В этом сезоне у нас новый победитель. Им стал Владимир Зенченко. Победителем стал Георгий Герников. В этом году у нас девиз, и поэтому два лучших снайпера. Лучшим вратарем этого турнира заслуженно стал Владимир Бозакоса. Лучший игрок турнира IT-лига 8 бит стал Алексей Лапцевич. Третье место в джуниор лиге выбрала команда Элис. В упорной борьбе завоевала команда Кнуре. Поздравляем команду. Взяли кубок. Чемпионом среди джуниоров оказалась команда Энтетик. Команда Global Hotters или Great Project, кто как называет. Второе место награждается компания Backport Group. Чемпионом этой лиги 8 бит стала команда Циклон! Champions!
Аааа!